в мире. О его задержании стало известно накануне вечером. Об этом в Твиттере написал адвокат Кетуашвили Сергей Жорин. По его словам, блогера также проверяют на причастность к покушению на жизнь главы Ингушетии. Сам подозреваемый своей вины не признает. Эрик Кетуашвили, основатель автомобильного клуба «Смотра.ру», девиз этого объединения «Ночь – это наш день». Проект создавался для тех, кто любит гонки без правил по ночным улицам Москвы и Петербурга. Сам Кетуашвили называет себя шоуменом, блогером, стритрейсером и бизнесменом, и знаменитостью российского уровня. Так блогер обозначил себя во время скандала в самарской гостинице почти 2 года назад. Стритрейсеры в нецензурных выражениях нагрубили администратору заведения за ее просьбу говорить по тише в 4 утра. Ну а сейчас короткая реклама, после продолжим.